Здравствуйте, дорогие друзья. Наконец-то я купил себе немножечко монеток. Давненько ничего не приобретал. Сыр-бор начался. Все я распечатал, чтобы не затягивать видео. Все вот они, упаковки эти, бумаги. Не занимало, чтобы времени. Ну и что я приобрел? Сыр-бор. Мне очень понравились вот эти монеты Казахстана. Сокровища степи. Ну, многие их уже показали. Я еще не вникал, какие здесь что. Ну, очень красивые биметаллические монеты. Их 7 штук. Ну, все их показывать не буду. На латинице. Герб Казахстана. Такие вот монетки. Взял простую тоже на латинице 100 тенге. Такой у меня не было. Они сменили шрифт. Забыл, еще у них 200 есть, но это в следующий раз. Ну, пару монет взял. Квотеры никак я их не соберу. Вот они, 20-го года, свежачок. Курильская десантная операция с Японией. Казус выходит, они протестовали насчет этой 5-рублевки. Вот это 1 лира турецкая. Это, наверное, юбилейная, я даже толком не знаю. Айя София здесь, Святая София. В этом году ей вернули статус мечети. Ну, это потом мы обзорчик сделаем. Ну, и у меня не было вот этой монетки. 75 лет победы. Тоже приобрел десяточку. Ну, раз зашел, решил обновить, вернее, пополнить банкноты. Взял 500 рублей 91 года. 92 у меня есть. Но там звезды, а здесь на просвет Владимир Ильич. Ну, она, конечно, бэушная. Ну, вид более-менее достойный. В прессе она очень дорога. Ну, для меня это не принципиально. В связи с последними событиями в Карабахе решил приобрести вот такие 2 банкноты Карабаха. Давно собирался, не решался все, но купил. 2 драма. Святые, тут достопримечательности. Вот такая банкнота. И 10 драм. Не знаю, есть ли другие, но я только 2 эти знаю. Тоже на религиозные темы они. Ну и мост. Заодно это у нас Катар. 1 реал. Тоже симпатичная банкнотка. На остальные цены не смотрел, можно подборочку сделать. Она с птичками. Такая красивая. Кубинская. Кубинских у меня еще не было. Хосе Марти. Чем она интересна? Это вход бойцов, возглавляемых Фиделем Кастро в Гавану. Вот победители. Ну, тут все его соратники. Их много разных лет. Ну и взял пару вот таких. 5
динаров с незабвенным Саддамом Хусейном. Тоже они по-своему красивые. Тоже какие-то. Ну, не знаю, что это надо изучать. И 50. Тоже история. Сейчас там другие. Вот такой минарет спиральный. Ну, потом, может, сделаем обзор. Ну, вот такое пополнение, друзья мои. Хотел всего только казахстанский и незаметно поднабрал кое-чего. Всего не охватишь, но это и не нужно. Всего вам доброго. Пока. Новый год приближается. Это типа подарка мне. Двойной праздник. И день рождения, и Новый год. Всего вам доброго.